идеалом Федор был для всех почти. В должности начальник склада проработал 8 лет. Жил размеренно, как надо, займел свой кабинет. Там ходил по воскресеньям, тело в тонусе держал. Дома разводил растения, мелочь подавал бомжам. Для семьи он был оплотом и являл собой пример. Моралиста-патриота, как советский пионер. Но разве мог подумать кто-то, когда уставший город меркнет, выходит Федор на охоту, как будто черт из табакерки. В глазах блестит больной азарт, безумным взглядом из-под лобья от повседневности бойца. Закрытых оборудовал подвал. Инструменты разных видов, плоскогубцы и тиски, емкости с формальдегидом, тел разрубленных куски. Шил из человечьей кожи абажуром на торшер. В темном парке из прохожих выбирал себе он жертв. В этой маленькой преисподней человечью плоть кромсал. Федор девочки угодник, слыша бесов голоса. Но разве мог подумать кто-то, когда уставший город меркнет, выходит Федор на охоту, как будто черт из табакерки. В глазах блестит больной азарт, роковой внезапный миг. Федора сердечный приступ неожиданно настиг. Помахал одним кадилом, провожая на тот свет. Федор уносил могилу свой чудовищный секрет. В арендованной столовой все от братьев до коллег поминали добрым словом, ведь какой был человек. Был таким приятным, малым был любезен и учтив. Вдалеке в стенах подвала узник бьется и кричит. Но разве